Сегодня, 27 февраля, в московском клубе «Рэ» группа «Слот» представит свой новый, 7-й по счету альбом. Yeah.
Я определился. Плохой звук в клубе Red, вина клуба Red. На концерте был не самый плохой звук из трех концертов, на которых я был в клубе Red. Но он был очень тихий, во-первых. Я стоял и сзади, сзади вообще тишина тишиной. Я стоял и у сцены, и прямо у самой сцены в мясе. Звук был действительно очень тихий. Это напрягало, когда ты орешь какую-то песню и слышишь себя, людей вокруг. Это неприятно. И долбаная ступенька. И пару раз я об нее чуть не сломал ногу. Опять. Что касается самого выступления, очень-очень круто. Ребята устроили некие театрализованные представления на песнях с артистами, подвесными женщинами, людьми на ходулях и прочими какими-то интересными штуками, чего стоит один пацан с красным ирокезом в виде дирижера. Нуки на качелях и женщина, раскачивающаяся туда-сюда, прямо посреди зала. Круто, ребята, браво! Я, честно говоря, не ожидал. Также я не ожидал такого большого количества народу. Я на группе Slot впервые, и меня это удивило. Приятно удивило, публика довольно отзывчивая. Когда попросили зажечь фонарики, все зажгли фонарики, там весь танцпол сел, когда было нужно. Все пели песни хором. Все было очень круто и прямо по-домашнему уютно. Клево. Молодцы. Вот, ну и уже по такой приятной традиции спросим мнение у нашего эксперта. Ксения, как тебе? Мне больше всего понравилась вокалистка. Вот, я узнала, как ее зовут. Я тоже была впервые, я узнала, что ее зовут Даша. Она, в общем, невероятно клевая. Вот, она очень харизматичная. И она мне очень понравилась. Вот, я весь концерт смотрела на нее. Вот. Но я еще заметила, да, вот эти театральные выступления, вот они тоже очень классные. Такое чисто женское мнение о концерте. Странно, что тебе не понравился какой-то мальчик, потому что девушка у них одна. Ну, собственно, вот так прошла презентация нового альбома группы Slot, 7-го по счету. И, наверное, на этом все. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие отчеты с концертов. А они будут уже скоро, и их будет уже много. Все подробности уже очень скоро на канале, в группе, на Фейсбуке, в Инстаграм. Везде подписывайтесь, ставьте лайки. А меня зовут Антон Павлов. Пока-пока.